Так, мы начнем набирать петельки про самым простым способом. Для чего? Для того, чтобы у нас начало вязания было не очень грубым. Поэтому конец можно брать совсем маленький. Просто первую петельку делаем, зажимаем ниточку и накидывая петлю на большой палец, просто поддеваем ее. И вот таким вот образом набираем петельки. Свободненько старайтесь не затягивать петлю, а просто набираем таким вот образом. Нам нужно набрать 103 петли. Смотрите, чтобы у нас не стянулось само полотно. Для чего я это делаю? Когда я набирала другим способом, при соединении полотна получилось немножко грубовато, поэтому я вот беру такой способ. Можно, конечно, еще итальянский набор, но я вот остановилась на этом способе. Набираем 103 петельки, и дальше я вам покажу.